И начинаем выпуск с происшествия. Двое ребятишек сбежали из детского сада номер 246. Это произошло сегодня. Самостоятельно найти воспитанников 5 и 6 лет работники учреждения не смогли. Полиция искала детей 3,5 часа. На месте сейчас находится моя коллега Алина Сануева. Она на прямой связи со студией новостей. Алина, расскажи подробности этой истории. Как так получилось, что дети убежали? Здравствуй, Анастасия. Прямо сейчас я нахожусь возле детского сада номер 246, который располагается на улице Воронова. Сегодня здесь в 13 часов дня пропали два мальчика 5 и 6 лет. В 14 часов поступил звонок от воспитателей в полицию и начались розыскные мероприятия. Сами воспитатели сейчас от комментариев отказываются. Как мне стало известно, они находятся в детском саду, сидят в кабинете и плачут. Как так случилось, что дети спокойно вышли из детского сада? Как оказалось, дети вместе с воспитателем были на прогулке. Потом зашли в детский сад и сказали воспитателю, что потеряли игрушки, оставили игрушки на детской площадке. Отпросились у нее их забрать. Воспитатель спокойно, без присмотра ребятишек отпустила. И, соответственно, после этого мальчики в кабинет уже не вернулись. Как оказалось, позднее мальчишки не выходили через центральный вход, они перелезли через вот этот забор и, собственно, пошли гулять по территории и пошли гулять по району. Самое страшное, что уже будучи за территорией детского сада, ребята подходили к взрослым людям и признавались, что они сбежали из садика, но никто не отреагировал. И вот что нам пояснили в управлении образованием. Одному из прохожих мальчики признались, что убежали из детского сада. Ну, настораживает тот факт, что никто из взрослых не вот этого бесконтрольного нахождения маленьких детей на улице не насторожил. В данном конкретном случае причиной ухода детей из садика стала невнимательность персонала, нарушение должностной инструкции воспитателя. Сейчас на территорию детского сада никак не попасть. Здесь стоит охранник, который строго впускает и выпускает только родителей. Но, к счастью, все обошлось. Мальчишек искали 3,5 часа. Это были и работники детского сада, и волонтеры, и сотрудники полиции. Успели распечатать даже вот такую ориентировку, где написано, что потерялись дети Ярик и Сергей. Указаны контактные телефоны. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Сотрудники полиции нам сообщают следующее. В 16:20 сотрудники полиции, проверяя близлежащую территорию, опрашивая прохожих, нашли детей недалеко от детского сада во дворе одного из домов. После чего ребятишки были доставлены в отдел полиции и переданы родителям. Сейчас по факту ухода детей полицейскими проводится проверка. Представление в отношении детского сада будет направлено инспекторами по делам несовершеннолетних в управление образования. Нам также удалось пообщаться с родителями других воспитанников детского сада, и которые наслышаны об этой пропаже, об этой ситуации. Ну и мягко скажу, что родители возмущены. Мы уже призадумаемся. И будем, наверное, обращаться к заведующему, чтобы забор повыше делали, охрану как-то усиливали, и чтобы воспитатели смотрели. Мы попытаемся разобраться в ситуации более подробно и расскажем вам об этом завтра. Анастасия. Алина, спасибо за информацию.